внимание, если прикрутитесь, 5 сантиметров, и вот здесь тоже видно. То есть вот вода была вот здесь, получается, сейчас она на сантиметра 3 меньше. Ну, из продуктов у меня одни яблоки только. Холодильник не работает. Но сейчас будем как-то из города выбираться. Ну, радует уже, ребят, на 5 сантиметров водичка упала. Значит, более того, она не прибыла и пошла на спад. Лишь бы дождей не было, беда не приходит одна. Ну, а так, в принципе, все хорошо.